Так, переходим ко второй части нашей разминки. Давайте-ка посмотрим на экран. Там будут представлены фотографии, которые вам нужно смешно откомментировать. Ну, я надеюсь, что аналогии мы проводить не будем. Но ведь пошутить есть над чем. Так. Напоминаю, это Харли Квинн. Там слева моя бывшая. И вовсе не похоже. А справа от нее не ты? Так. Мы почему-то так разделили, что все, кто... С этой стороны сцены уже что-то смешно говорят, а с той стороны еще нет. А ведь у нас еще несколько фотографий. Сборная двора. Я понятно, что делать. Друзья, мало кто заметил, что на заднем фоне труп в пакете. Что вы делаете? Мы теперь ни о чем другом думать не можем. Вон та киска в зоне риска. Конечно, тут трупы в пакетах. Все команды ответили следующую веселую фотографию. Он падает! Он завис. Ну вот девушка в костюме команды имени Джейсона Стэтхэма и Криштиана Роналду. Этот звуковой сигнал символизирует начало фильма о кунг-фу. В моем детстве так было. Друзья, олимпийский мишка вернулся. Итак... Нежин, 2x2. Зважені та щасливі, пілотна версія. Вот ви раніше спрашивали, почему весна не приходит? Она не приходит, потому что он к лету не похудел. Мне очень нравится, как наш звукооператор в рамках фонограммы совсем соглашается. Окей. Ой, боже. Тут вопрос не задают сейчас. А где вы взяли фотку моего деда? В его Инстаграм? Все? А все ответили? Ой, я так привык ждать. Я думаю, что достаточно фотографий на сегодня.